Привет, друзья! В рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота опубликован короткий эпизод работы подводных боевых пловцов России. По замыслу учения, группа боевых пловцов на боевом катере БЛ-860 выдвинулась на идентификацию неизвестного движущегося подводного объекта. Также были проведены учения по противодействию диверсионным силам противника и уничтожению якорной мины, поставленной условным противником в акватории бухты. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.